Провалиться можно не только под лед, но и под асфальт. Такие случаи в Иркутске бывали. Ежегодно с наступлением весны в областном центре исчезает дорожное покрытие, оставляя после себя лишь ямы. Тему продолжит Давид Азизов. На некоторых иркутских дорогах знак ограничения скорости висит скорее для порядка. Действительно, ни один автомобилист в здравом уме здесь больше 40 км в час не разгонится. Лужа сменяется лежачим полицейским, затем выбоиной в асфальте. Конечно же, посередине дороги. Хоть одно колесо, но в яму попадет. Ужас. Расколотил всю машину. Только такие ямы сейчас вообще коварные. Это вообще, ну вообще, я думаю, меня люди поддержат ноги. Култукская. Вообще ужасная дорога. Там вообще, ну это вообще кошмар просто. Слов нету. В ужас и кошмар многие дороги областного центра традиционно превращаются после зимы. Днем талая вода попадает в трещины в асфальте, ночью лед буквально рвет дорожное покрытие. Пару тысяч километров по таким ямам и добро пожаловать в мастерскую. Для автосервисов весна – пора прибылей. Сезонная работа, я думаю, нетрудно догадаться, что это работа по подвеске, по ходовой части автомобиля. Но сейчас как раз начинается наплыв клиентов, поэтому... Ну, вы сами понимаете и сами видите, да, что со снегом также сошел асфальт со многих участков дорог. Ну, соответственно, и ходовая быстро разбивается, и после зимы это особенно ощутимо. Поговорка «мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи» точно не для иркутского рынка автозапчастей. Полная замена ходовой части в машине самой народной марки Toyota стоит в среднем 15-20 тысяч. Это если покупать сравнительно недорогие китайские аналоги запчастей. Оригинальная подвеска обойдется раза в 3 дороже. А дороге все равно, какую подвеску убивать. Вот во что превращаются стойки после полугода езды по нашим дорогам. Масла совершенно нет, по идее, шток должен уходить сам, здесь его необходимо тянуть рукой. И это не самая дешевая стойка. Как правило, иркутские автомобилисты предпочитают ставить что подешевле. Все равно больше полгода не проживет. Стоит отметить, каждый год в городе проходят целые кампании по ремонту дорог. Начинается он в начале лета и завершается осенью. Однако автосервисы банкротства точно не ждет. Все улицы разом отремонтировать невозможно. И пока латают одну дорогу, уже приходит время вновь ремонтировать другую. Давид Азизов, Алексей Бондаренко. Новости по будням.